Так, короче, всем привет. Сейчас мы будем играть в Game of Scoot, и весь процесс я вам покажу. Укрепите головой. Играем до 4 букв. Давай. Я-то желтое очко! Челики, которые мешают, он флексеры лютые. На ветке светки, светки на ветку. Да нихуя! Он, значит, будет первым. Я все равно неудачный дубль вырезаю. По грань бокс. То есть вот тут. Вот тут, да. Еще раз тут вот. Он не смог, теперь это сделаю я. Только другой трюк. Я буду делать 180 бартспин на фигной раскатке. Все. Я не смог. Сейчас что-нибудь он будет делать. Тупо кадр удался. Да. Все. Короче, так как Рома сделал. Да, я тоже делал. Обрежь. Я его все равно вставлю, я его вставлю. Короче, это чучело будет сейчас делать фибу. Так как не получилось, не фартануло. Гадает сейчас вот он. Блин, камера на меня смотрит. Как убрать? Как убрать? Он гадает. А, да? Да ладно. Вот тут вот клип. Вот тут ванный бар. Да, опа, ванит, опа, бар, а другой. Я уж сейчас с той попытки снимаю. Я, короче, гадаю вот на этой вот фигне, запрыгнуть на нее и потом с нее ванайте. Вот так вот. Этот конь не сделал ванетти, поэтому я забираю канал. Я гадаю. Ванетти с грань бокса. С гринбикса. Я тоже не в камеру смотрю. А нафиг эта камера нужна, нафиг? Мы что, дебилы в камеру смотрим? 21 век, все люди на улицу смотрим. Снабжай музыкой, пой. Давай. Пой, Лукака. Та же самая фигня. Не, это просто, блядь, Лукака обосрался. Это лицо, которое я сейчас не сделала. Что это такое? А. Голос за кадром гадает ванетти с грань бокса. Вот так. Я снимаю. Я не снял. Куда это? Сейчас очень хороший шанс сделать счет 2-1. Потому что я не хочу проиграть сухую. Давай, первая попытка.
Ты сделал? Экстрадженс, да. Короче, мы не видим смысла продолжать, потому что сейчас плохая погода, дует ветерок, и мой белый мотылек. Один лайк. Подписывайтесь на мой ТикТок и канал. Все, короче. Три года подписки, да? Goodbye.